Вчера, 6 июля, в Нур-Султане с размахом отметили День столицы и 80-летие первого президента Нур-Султана Назарбаева. Были проведены онлайн-концерты, а вечером запустили фейерверк. Вот только не всем жителям Казахстана понравилась программа. Всем доброго времени суток, зрители и дорогие мои подписчики. Праздник на фоне растущего количества заболеваемых COVID-19 многие посчитали неуместным. Большинство общественных деятелей и знаменитостей отрицательно высказались на этот счет, в том числе и Димаш. Мировая звезда возмутился салютом в честь Дня столицы в разгар пандемии. Об этом он написал в своем Instagram, выложив фото салюта. В честь чего салют? В честь того, что мы на первом месте по заболеваемости. Люди не могут найти баллончиков с кислородом в то время, когда в Астане устраиваете салют. Продолжайте в том же духе, и в следующем году праздновать уже будет некому, написал Димаш. Представители певца подтвердили, что аккаунт не был взломан, и пост Димаш опубликовал сам. В первые 20 минут публикация набрала более 3000 поддерживающих комментариев и более 20 тысяч лайков. Как известно, Димаш помогает людям во время пандемии. Он отправил 5 тонн продуктов нуждающимся в Нур-Султане и Актобе. Еще в апреле во время ЧП певец отправил в родной город Актобе 5 тонн продовольствия в помощь нуждающимся семьям. Он не афишировал благое дело, а поступки рассказал директор областной филармонии. Свое мнение и детали насчет праздника в Астане я озвучивать не буду, ибо не являюсь гражданином Казахстана. Удачи вам и хорошего здоровья, дорогие мои. Берегите себя. Не прощаюсь.